Ну что могу сказать? Результат очевидный. Значит, сегодня был третий день икры. И так получилось, что я еще с утра ее наблюдала. Икра была вся побелевшая. Не прошло и 2 часов. Сейчас я кормлю рыбок. Смотрю, икры нет. Съели. Кто съел, не знаю, но факт уже в том, что на третий день вот родители уже, получается, не обладают такими инстинктами, они уже не охраняют свою икру. И, пожалуйста, вот результат. 2 часа икры нету. Все съели соседи. Не знаю даже, кто съел, просто не видела. Такие дела. Ну, вот как я и думала, что первое метание икры, оно абсолютно ни к чему не привело. Икра была прям вообще вся белая, она... Если до этого она еще была такая прозрачная, то она стала матово-белой. То есть вся икра испортилась. Ее кто-то съел. Главное, чтобы они не отравились от этой икры. Да, я не убрала вовремя. Но уже все. Что делать? Ничего. Посмотрим, что будет дальше. Какие плоды мои рыбки принесут. Еще очень-очень все заросло в аквариуме. Надо предпринимать меры. Если я куплю новый аквариум, засниму видосик по запуску нового аквариума. Все, вот, кстати, мои малечки малинезии. Не знаю, сколько им уже дней, но, наверное, около 6, может, недели уже есть. Малечки поживают хорошо, питаются хорошо, ну как хорошо, относительно. Умелые, конечно, заводчики-разводчики, они кормят живым кормом. Я нет. У меня только сухие хлопушки. Вот они, малечки, их там куча. Хотела открыть крышку. Что-то у меня не получается. Сейчас еще попробую. Так. Вот, посмотрите, малечки только мальками. Теперь могу я наслаждаться. Вот они какие все активные. Кушают. Кушают. Я им вот мельчу корм. Всякие хлопья, чипсики тетровские. Вот за эту неделю, просто уже не помню, когда они родились, но они прям значительно подросли. У меня есть один самый крупный малечек, который раньше них родился. И вот все они, их так много, ё-моё, что с ними делать? Не знаю. Такие они малючки, мальки, малыши. Вот, кстати говоря, вот насчет прозрачности мальков уже, они темнеют на самом деле. Вот действительно, они уже не такие прозрачные, как были мальки. Вот были вообще прям как стеклышко. Вот они все вот эту вот петушишку мою, курицу. Они ее, конечно, привлекают. Не такие они уже прозрачные, прям потемнели. Пигментация у них меняет, насыщается, наверное, как-то. Все хорошие малечки такие. Так что посмотрим дальше. Мне интересно, может, они вообще почернеют, прям как мальки черные станут. Ну все, хорошо.
Такие дела. Вот икры нет. Петушок мой там вот. Петушок у меня на фильтре живет, кстати. Как и у большинства. Такие дела. Вот все. Всем пока. Будут новости, обязательно сниму что-нибудь новенькое.